Prenez mon salaire. Oh, меня зовут София. Он не остановится. Да не София, София. Это большая разница. Меня никто не обидел. Нет, коротко Соня будет, а не София. София — это другое имя. Причем полная. Ой, София, Софа. Извиняюсь. Софа — это полное имя другого человека совсем. Это другое имя. Это я прекрасно понимаю. Очень часто люди путаются. Просто Софа — это полное имя. И это более греческое имя, вроде бы, если не ошибаюсь. Нет, не греческое. Итальянское, что ли. Итальянская, скорее всего. Итальян или Париж. Что-то такое. Это ихняя, а София — это греческое имя. Он может херню какую-то пишет, по большей части. Покажи ноги, сними носки, блядь. Вот и молчу, ни с кем разговаривать. Да нет, почему? В этом приложении есть нормальные люди. Просто из-за того, что его испортили, тем, что изначально это приложение создавалось для знакомства и заработка. Нет, для начала это приложение для знакомства создавалось. Для приложения для знакомства. Типа сначала это приложение для знакомства создавалось. Может, года 3-4 это было обычное приложение для знакомства, где вы просто знакомились, по возможности встречались, там отношения складывались и так далее. Потом это приложение испортили тем, что добавили функцию ведущей, потому что ведущая здесь не 8 лет, как этому приложению, меньше, может, лет 5, а может, даже 4. Добавили функцию ведущей. Еще приложение стало для заработка. Сначала все было нормально, потом появились люди, которые начали обманом обманывать приложение и делать ведущими малолеток. А малолетки, сами прекрасно понимаете, общением не заинтересуют мужчин и не получат подарки. Они получат они подарки, значит, что они получат денег. Из-за этого малолетки начали как-то совращаться, как-то разгаляться, чтобы заработать. Женщины увидели актив малолеток и подключились в том же духе. Поэтому это приложение стало более порнографическим. Такая история этого Бегалайфа.
Сначала знакомство, потом начали малолеток подключать ко всей этой поеботине. Типа из-за этого развращение пошло по всему Бегалайфу. Ну, типа... Все потихоньку, все помаленьку. Не бывает все сразу. Так и это даже некрасиво сказано, это правда. Типа, если пообщаться с людьми, которые здесь 8 лет сидят, а я общалась с такими людьми, они мне рассказали, что изначально это было приложение для знакомств. А боты, они были тоже, кстати, боты появились только тогда, когда начали, вроде бы, если не ошибаюсь, разрешено вести заработок. Боты тогда начали появляться, чтобы поднимать актив. Боты заходят, выходят, из-за этого заинтересовывают других людей, из-за актива, который типа появляется, уменьшается. Из-за этого заходят люди, и так дети и женщины зарабатывают. Типа, боты — это часть того, чтобы сюда заходить. И люди. Спасибо, тебе тоже. Я здесь сижу по приколу, чисто пообщаться и убить время. Блять, уже второй урок начался. Идите в жопу, блин, я с вами 2 часа или 3 часа вчера потеряла тупо впустую, а сейчас, блядь, я на второй урок проебываю, блядь. Я с вами заговорилась и, блядь, проебала время, за которым я следила все это время. Ну, это пиздец, блин. Бегалайф — заразное приложение. Ёбнуть за головой можно с вами. Чудово, вот так. Потом почитаю, что это ебанутая, блядь, написала. Сейчас не до нее.